Добрый день. Сегодня я хочу вам рассказать о немецком бренде LR, с которым я познакомилась благодаря моей сестре. Около года назад она стала использовать эту продукцию сама и предлагать ее людям. Я же сама стала пользоваться ей относительно недавно, после того, как увидела положительное влияние этой продукции на людей, которые стали ее использовать. Расскажу вам поподробнее. Около 3 месяцев назад мы с мамой и с детьми поехали в деревню. У меня есть маленький ребенок, я молодая мама, моему ребенку около 10 месяцев. Но ни для кого не секрет, что дети занимают очень много времени, сил и энергии. И конечно, я уставала, в течение дня мне приходилось несколько раз прикладываться, с ребенком поспать, и все равно к вечеру сил не оставалось совсем. При всех прочих равных условиях я увидела, что мама моя при тех же домашних хлопотах не спала днем, не отдыхала и вечером выглядела прекрасно. Я у нее спросила, в чем секрет ее бодрствования. Она сказала, что поначалу она затруднилась ответить, потом спустя пару дней подошла сама и сказала, что, наверное, она знает, в чем секрет. Она стала недавно пить алоэ вера и пить пробаланс. Сейчас я вам расскажу поподробнее. И, видимо, эти средства, препараты, ей позволяют сохранять энергию в течение дня. Меня это очень заинтересовало. Я стала спрашивать у сестры, и она сказала, что она уже в течение года пользуется этой продукцией, и ей очень нравится. Она избавилась от многих недугов, которые ее волновали ранее. И действительно, я сразу вспомнила, что ведь какое-то время назад она регулярно жаловалась всем нам на плохое самочувствие. У нее бесконечно болел желудок, у нее болела голова и спина. И она всегда жаловалась, она ходила к врачам, но, к сожалению, все было безрезультатно. И она стала использовать продукцию Aloe Vera, Pro Balance. Ну, и сейчас я расскажу про каждое средство в отдельности. И все недуги прошли. Если бы я не знала бы лично, я, может быть, не поверила, потому что я очень скептически отношусь к продукции, которая распространяется посредством каталогов. Но это реальный случай из моей жизни. Я знаю хорошо этого человека, и я поверила. Я полезла в интернет, стала читать отзывы. И удивилась, колоссальное количество положительных отзывов, люди просто восхищены, и я так воодушевилась этими положительными отзывами, что решила сама попробовать эту продукцию на себе. Детально изучила, есть несколько видов алоэ вера. Что такое алоэ вера? Это гель концентрированный, содержащий алоэ вера, и их несколько штук. Моя мама пьет алоэ вера севера. Это питьевой гель, который специально предназначен для людей от 40 лет. Он чистит организм, он насыщает, происходит сильная детоксикация организма, что нужно всем нам. Для молодого организма, такого как у меня, нужен алоэ вера мед. Его я и купила, пропила 2 бутылки, и могу сказать, что уже на первой бутылке я почувствовала реальные изменения. Не сразу, но они появились где-то в течение 2-3 недель, я почувствовала, что мне легко, что я не поменяла свой образ жизни, я питалась так же, но организму стало легче. Я почувствовала, что как-то преобразилось и тело мое, может быть, это самовнушение, но я несколько слышала положительных комплиментов в мой адрес. Я думаю, что все-таки имеет место быть эти средства. Я не бросила пить их, я их продолжаю, и вообще я слышала, что пить их нужно регулярно, организму это только будет на пользу.
Потом я у сестры спросила, что же она посоветует мне и моему супругу. Она предложила также попить Aloe Vera Freedom. Это очень классный гель, который помогает организму восстановить проблемы, связанные с позвоночником, суставами. Все, что в организме начинает вот плохо в этой стезе работать, Freedom может эту проблему решить. И у меня есть эти проблемы, я не буду скрывать. И каждый день я ношу ребенка на руках. Конечно, к вечеру спина болит очень сильно. И ноги отекают, и, конечно, проблема есть. Времени бегать по врачам у меня нет. Любая молодая мама подтвердит, что на врачей время выделяется в последнюю очередь. Я купила себе и супругу Freedom и стала его пить после того, как я пропила Aloe Vera мед. То есть я сначала очистила организм, а потом стала пить Aloe Vera Freedom. Конечно, мне стало сразу лучше. Супруг отметил изменения спустя какое-то время, но у него действительно были большие проблемы, потому что сидячий образ жизни, он постоянно за рулем, в офисе он сидит, в кресле, времени на спорт нет, и у него к вечеру так сильно болела спина, что он постоянно жаловался, что у него горит позвоночник в буквальном смысле. Стал пить Freedom, и в дополнение к нему я купила ему гель MSM с серой. И вот он стал говорить, что действительно ему стало легче. И если, к примеру, в какой-то момент начинает спина болеть, мы просто ему мажем спину этим гелем, а в течение дня он пьет Freedom. Я всем рекомендую, у кого болит спина или суставы, особенно вот в пожилом возрасте, это незаменимый помощник. Что еще могу отметить? Хотелось бы особым образом отметить такой препарат, как ProBalance. Это щелочные минеральные соли. Очень качественная, биологически активная добавка к пище. Восполняет все недостатки минеральных солей. Вместе с пробалансом можно купить полоски, тест-полоски, которые определят, какой уровень кислотности вот, в общем, в вашем организме. И в соответствии с этим вы будете принимать этот препарат. У меня была пониженная кислотность, я начала пить таблетки в определенном количестве, а потом их снизила до одной таблетки за раз. В течение дня я принимаю 3 таблетки. Теперь уже, когда у меня восстановился мой баланс. Что хочется отметить про баланс, вообще повышает иммунитет. И, в принципе, укрепляющее действует на организм. Спустя какое-то время вы чувствуете реально, что в организм приливает энергия. Это очень здорово. Пить нужно регулярно, пока вы не достигнете нормальных показателей кислотности в организме. Это то, что касается пробаланса. Есть еще незаменимый помощник в моей семье, в моей аптечке, Aloe Vera Box. Это 3 компонента, которые входит. Туда входит алоэ вера с прополисом, алоэ вера концентрат и спрей алоэ вера. Он бывает вот в такой дозировке, а бывает дорожный. Это просто незаменимые 3 средства, которые должны быть в любом доме, особенно в поездках. Они очень нужны. Поподробнее, но коротко расскажу о каждом. Каждый из них содержит большое количество геля алоэ вера. Это очень важно. Крем с прополисом увлажняет очень хорошо кожу. Можно мазать им сухие места на теле,
для детей вообще класс, когда-то какие-то тоже зимой, в холодное время года, шелушения идут с прополисом крем, незаменимый. Я его очень люблю использовать в качестве крема для рук, просто волшебный. Руки становятся нежнейшими. Ни от одного крема у меня такого не было. Да, конечно, это не крем для рук, но я его использую именно по такому назначению, потому что руки от него нежнейшие. Алоэ вера концентрат содержит 90% геля алоэ вера, он просто практически в чистом виде. Это очень классное средство для решения конкретных проблем. К примеру, при экземах, ушибах, ранах, ссадинах. У меня буквально неделю назад очень сильно обожглась об утюг, когда гладила детское белье. Реально, в обычной бы жизни у меня заживал бы, я не знаю, сколько это место, но я мазала регулярно этим гелем, и у меня почти следа не осталось. У меня не было ни волдыря, у меня не было. Для тех, у кого есть дети, эта вещь просто незаменимая. Ушибы, коленки разодранные, заживает все очень быстро. Вообще, в принципе, некоторые люди его используют как в качестве маски для лица. Наносится на лицо, оно засыхает. Либо при воспалениях. Знаю людей, которые реально очистили очень лицо благодаря этому крему. Но еще они пили про баланс. Классный, всем советую. Ну, а это спрей вообще, ему нет цены. В нашей семье это средство мы стали использовать даже как в качестве средства для от насморка. Вообще, оно универсальное, что хотите. Но у нас буквально там с вечера, если закапать ребенку нос утром, он уже будет хорошо себя чувствовать. Действительно, очень хорошее средство. И для растирания, и для кожи, и вообще экспресс, оно наносится локально и решает все проблемы мигом. Что хочу сказать, в комплексе вы можете использовать все средства, попробуйте, может быть, сначала какое-то одно, если вам понравится, а я уверена, что вам понравится, вы начнете приобретать и другие. Есть там целая линейка этих средств, они решают разные проблемы, просто я решала проблемы, которые касались лично меня или там моей семьи. Вы смотрите сами, я очень рекомендую эту продукцию. Удачи вам!